Лебедева, добрый день. Алло. Я бы хотела заказать пиццу. Что, простите? С анчоусами и грибами. Девушка, это не пиццерия, это магазин студии Лебедева. Привозите как можно скорее. Девушка, у вас все в порядке? У вас неприятности какие-то? Да. С вами еще кто-то есть в комнате? Да, именно. И вы не можете говорить прямо, да? Да. Так, погодите, я подумаю, чем можно помочь. Сейчас посмотрю, что у нас есть. Так, у нас есть нож керамикус, чтобы, пырнуть. Есть велопаркус, металлический и тяжелый. Им можно хорошенько въебать. Есть шар судьбы. Им тоже можно въебать. Да у нас почти любым товаром, на самом деле, можно хорошенько въебать. Есть книги. Есть рельсус металлический, кстати, вот им хорошо приложить. Вам что больше подходит? Да, давайте последнюю добавку. Окей, рельсус, хорошо. Курьер привезет в ближайшее время. Девушка, держитесь, курьер скоро будет.